рассуждая вот о чем. Действительно ли Вселенная зеркалит, а все люди, посланные нам, являются нашим отражением? Сегодня популярная эта теория, сводится она к тому, что если мы видим в другом человеке какую-то проблему, которая нас задевает, то это проблема не того хама, вора или лжеца, а как бы Бог или Вселенная отзеркалил наш собственный образ.